Украинска, России и СНГ. И наша миссия способствует оптимизации процесса компании, тем самым мы повышаем эффективность бизнеса и развиваем культуру качественности. По оценке экспертного рейтинга агентства мы занимаем первое место в рейтинге провайдеров в области аутсорсинга. Компания более 700 клиентов из 30 лет отраслей бизнеса, более 10 лет сотрудничества с рядом заказчиков, более 200 рекомендательных писем. Штат сотрудников составляет более 600 человек. Сейчас слышно? Здравствуйте, пресс-служба Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Представьтесь, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, о вашей миссии в Нижнем Новгороде и сегодняшнем мероприятии. Миссия Айгена. Почва соединить иностранные компании Нижегородской области и вместе подтолкать общие цели и интересы. Сегодня это касается цели находить квалифицированных персонал. Скажите, пожалуйста, кадры из нижегородских вузов, они являются, по вашему мнению, высококвалифицированными и востребованными на рынке международных компаний? Это очень интересный вопрос, потому что мы здесь работаем, то есть мы эксклюзивно выбираем персонал из Нижегородской области. То есть мы видим, что в текущей ситуации экономика растет, нормально идет, есть недостаток квалифицированных кадров. То есть их много, но недостаточно. Да. А вы впервые данное мероприятие проводите в таком формате? Да, это первый раз мы организуем такую ярмарку. Вакансию, но тем не менее у вас есть офис в Нижнем Новгороде и можно в режиме онлайн, я так понимаю, к вам приходить. Учтите, что ICANN является организацией многих разных компаний, 45 разных международных компаний, 15 из них сегодня здесь представлено. В принципе, они все ищут, имеют свои методики искать и находить персонал. Только сегодня они соединились, потому что у нас есть что-то общего, и мы решили вместе работать над нашими общими целями. Понятно. А в области сельского хозяйства есть компания Landwirtschaft, сельское хозяйство? Сегодня они здесь не представляют. Вы сказали 15 компаний, а остальные 30, они сегодня не представлены, но они доступны вам по e-mail, могут ли наши президенты выйти на них через вас? Другие 30 действительно доступны, они не участвуют по разным причинам, если я могу это точно сказать. На самом деле вы видели, что в арсенале здесь, в этом зале, 15 компаний, это очень красивое, я сказал бы, оптимальное количество. Да. И последний вопрос, как связаться нашим студентам, выпускникам с вами, куда можно писать письма и на какой сайт заходить? У нас есть сайт ICANN, здесь через Google ICANN, вы ищете, вы сразу нас найдете, и там есть общая информация, откуда вы можете оттолкнуться, дальше найти всех наших членских. Что очень важно, организован собственный... От имени Нижегородской сельхозакадемии позвольте поздравить вас с успешной презентацией в Нижнем Новгороде, пожелать всех благ и быть добру и выразить надежду на плодотворное сотрудничество. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания.